Мы находимся у гимназии номер 16. Здесь учится Таисия Севастьянова, которая пропала вечером в понедельник. В 3 часа ночи мама заявила в полицию о пропаже дочери. С самого утра новость о пропаже школьницы начали обсуждать в учебном заведении. А уже к 10 часам она разлетелась по всем чатам. Шестиклассницу искали без преувеличения всем городом. Волонтеры, добровольцы объединились в группы. Начались поиски. Ситуация многих напугала. Только в этом году в один из поисковых отрядов России поступили 612 заявок на поиски детей в Подмосковье. 97 детей погибли. Благодаря оперативности и сектору «Твори добро» информация быстро распространялась в соцсетях. И благодаря тому, что были распечатаны листовки, девочки нашли к обеду вторника. Сейчас она находится вместе с мамой в отделении полиции. По последним данным, шестиклассница жива и здорова. Причина, почему девочка не пришла домой, не разглашаются. Одна из версий – конфликт с родителями. Андрей Колосов, Денис Петров, Первомытищинский.